Едем на босса. Ух ты, ребята, смотрите, какой боссяра здоровый. Я хочу увидеть этого босса. Он еще в защите стоит, ребята, в защите и выжигает меня. Ребята, всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс. Мы сегодня крафтим танчики. У нас стенд крафт. И мы с вами сегодня, давайте еще откроем какого-нибудь боссика. Я, смотрите, ребята, покрасил себе танчик. Сделал его таким оранжевым. Вспоминаем по боссам. Мы уже с вами 4 босса. 4 босса зацепили, и последние 2 босса это у нас были тигры. Ну что, давайте, ребята, найдем тогда еще какого-нибудь боссика. И, конечно же, его попробуем вынести. Ну что, поехали в аркаду. Так, я вижу, ребята, там, смотрите, за 50. У которого 50 урон. Я сюда подвожу. Давай, едем на босса. Ну-ка. Да, ребята, короче, у нас сейчас будет босс. Или это может быть самый мощный босс, не знаю. Короче, я сразу начинаю с того, что вызываю. Нет, хотел сказать, дрона вызываю. Авиаудар. Так, ну, в принципе. В принципе, танчик неплохой. Я немного ему поменял башню. Башню поменьше поставил. Ну, мы можем сразу под... Такой, а мне, кстати, жизни отнимают даже. Даже какие-то танчики еще жизни отнимают. Мои Тесли. А, смотрите, бомбочка лежит. Так, ладно, 8 танчиков сейчас остается. Надеюсь, я хоть до босса не доберусь. Ну, смотрите, прямо. А, надо что подождать, да? Все, подождали, бомбочка взорвалась. Как раз пока к боссику у меня ремкомплект созреет. Можно авиаудар скинуть. Ну, авиаудар какой-то вообще ни о чем. Ничем он нам не помогает. Так, танчик уже надо бы починить, ребята. Почини танчик, я не понял. А как же мне добраться до той штуки? Ой. Все, короче, ладно, эту трельку вынесли. Едем на босса. Ух ты, ребята, смотрите, какой боссяра здоровый. А что я ему сделаю? Я ничего ему не сделаю. Я даже не успею подъехать. Ё-моё. И даже авиаударом не дотянусь. Надо, короче, сейчас починиться. Разок починиться. Поехали. О, какой боссяра здоровый. Наверное, это самый главный босс. Смотрите, что он делает. Накидывает и все. Я ему вообще ничего не отнял. Да без вариантов. С этим боссиком, ребята, без вариантов. Смотрите, ребята, 70, 60. Я того боссика за 50, у которого 50 типа силы не смог сделать. Я не знаю. Так, ладно. А давайте посмотрим все. Ух, какие тут мощные боссы. Ну, за 90, вот это, наверное, самый крутой, за 90, который... Ладно, давайте сюда подъедем, вот к этому, 80, у него 80 урона. Ух ты, новая локация. Классная новая локация, и 20 танчиков. Лягушка. Так, я не знаю. Тут ребята, короче, серьезные. Может быть, дрон надо уже вызвать? Что-то я без дрона играю. Надо было прокачать авиаудар. Такая машинка мощная. Ну, смотрите, авиаудар бесполезный. Ой, ракетка летит, ракетка. Ладно, я подлечусь. В принципе, быстро. Так, кто в меня там стреляет? О, этот одноглазый танчик. Давай. Нет, только не ракета. А, еще глаз остался. Сейчас его дрон вынесет. Капец, смотрите, как быстро моего дрона уничтожают. А кто? Это глаз так стреляет? Короче, я ничего не могу сделать с этим глазом. Ладно, поехали вперед. А, лягушка. Этот глаз вообще... Что он творит? Я подлечился. Я даже до босса не доеду. О, вынес. Хорош. Дрон, ты мне поможешь. Ну где ты? Я хочу босса посмотреть. Хотя бы до босса бы добраться. Да, ты чувак с бомбочками. О, нет. По-моему, все. Я не доберусь до босса с такими. Опять там, опять валят чуваки. Ну, авиаудар не достает. О, вот он. Он опять здесь стоит. Нельзя уезжать, я понял. Есть, вынес. Хорош. Правда, дрона потерял. Но все равно.
Нет, 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 я хочу посмотреть. Я хочу увидеть этого босса. Он еще в защите стоит, ребята, в защите и выжигает меня. Кто это? Что это за босс? Как его? Я не знаю, как его вынести. Надо танчик, качать танчик и все. Вариантов никаких. Так, что нам нужно? Башню? Я не знаю даже что. Или лучше пушечку. Что-то можем одно, я так понимаю, купить. 18 тысяч. Можем пушку купить. Так, пушка, урон 350. Хорош, короче, мы поставили мощнейшую пушку. Ну, башни, все, башни, наверное, никакие больше не подойдут. 10 тысяч дальше. Так, а корпус? 9 тысяч, ё-моё, не хватает. Так, ну, значит, что? И тут никого не можем ни качнуть, ничего, ладно. Поехали, тогда нам нужно вынести боссика. У меня, в принципе, мощная пушка. Я думаю, сейчас эта пушечка свое дело сделает. О, кстати, мы остались на том же месте, где были. Это хорошо. Так, ну что, я надеюсь, я нормально попал. Смотрим, ребята, как это стреляет пушечка. Новая пушка. Опа. Она по другому принципу. Смотрите, она типа такой заряд я выпускаю, который летит, летит, летит. И всех просто уничтожает. Ну не знаю, насколько это хорошая пушка. Авиаударом накроем. Ну нормально, в принципе. Она там полетела, да? И сама делает свои дела. Как бы запустил, да? И можно отъезжать. В принципе, я на ту пушку надеюсь. Надеюсь, что она сейчас мне поможет с боссиком. Так, меня тут, конечно, этими минками пытается достать. Можно подлечиться. Я на авиаудар вообще не надеюсь. Его надо прокачать. Было бы прокачать, но это уже тогда в следующей серии прокачаем. Сейчас хочу вынести босса. Хочу добраться до него. О, нет. О, нет. У меня нету жизни. Даже до босса не доехал. Так, ладно. Ждем, когда появится ключик. Ну, не знаю, вынес? Нет, не вынес. Моя пушечка не вынесла. Да ё-моё. Я не успею подъехать. Да ё-моё, не достает. Зато до меня достает. Да что ж ты будешь делать, а? Так, я вернулся. Я вернулся. Ну все, иди сюда. Там боссик стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же до него достать? Капец, я не понял, я турельку эту не вынес? Так, опять. Да ё-моё, смотри, я восстанавливаюсь, но мне практически никакие жизни не дают. Немного жизни, и у меня уже начинает сразу мочить. Так, что делаем? Жду, когда появится ключ. Заодно появится авиаудар. И просто подлетаем. Начинаем мочить, жестко мочить их всех. Ну-ка. Наконец-то мы вынесли турельку-то. Так, ну я там попал в боссика. Хорошо, в боссика я попал. Отсюда. Не достает. Но я вижу пушку босса. Давайте отсюда. Главное, чтобы эта штучка достала хотя бы. Не достает. Вот босс. Короче, когда начинает босс стрелять, вот тогда уже. Ну-ка, поехали. Да ё-моё. Вынес босса! Ничего себе! Как так получилось? Неплохо. То есть всего лишь два выстрела, и мы как бы босса накрыли. Давайте посмотрим. Значит, сюда переходим к боссам. Здесь он должен появиться. Да, вот он, ребята, смотрите, вот. Босс это появился. Здесь он стоит. Давайте посмотрим, как его называют, этого боссика. Такс. Так, это у нас, ребята, не Дора. Это первая версия. Босс Рад. Какой-то, короче, боссик Рад. Ну окей, давайте мы сейчас попробуем еще раз на него посмотреть. Переходим сюда к боссикам. Спускаемся к этому боссу.
Надеюсь, сейчас мы до него доберемся. 10 танчиков. Это удар. Поехали быстро. Быстро едем к боссу. Так, вы сказали, эту штуку надо как проходить? Да, типа... Надо назад, да, потом переехать, и тогда ее сбиваешь. Да ё-моё! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да что ты будешь делать? Меня тут, конечно, вообще накрыли нормально так. Да ё-моё, дрон, иди ты хотя бы. Да блин! Что это за глаз творит, а? Я уже в тупике. О, наконец-то мы от него избавились. Так, ладно, поехали. А вот эта штука стоит. Да я не могу достать. А не, достал. Достал, хорошо. Так, дрона вызвали. Стоим, ждем. И кто-нибудь... Мне надо подлечиться. Когда я подлечился, мне тогда как-то поспокойнее. Ну, это все мелкие танчики, но все равно они до меня достают. Там лягушка где-то прыгает. Хорош. Лягушку вынесли. Знаете, что мне Тесла все-таки как-то больше нравилась. Тесла зато сразу одновременно во всех жарит. Ну, а тут пока эта штука полетела куда-то. Кого она там... О, нет! Короче, я стою просто в упор. В упор. Расстреливаю. Авиаударом накроем. Есть. Нормально так. Добираемся. О, все, начинается эта турелька. Противная. У меня мало жизни. Не знаю, что мне делать даже. Рисковать, не рисковать. Нет, не хочу рисковать. Да, надо прокачивать танчик. Однозначно, следующие боссы мы никак не вынесем, если мы не прокачаемся. Так, ну поехали. А вот он появился, там уже босс, ребята, появился. Есть, вынесли. Турельку вынесли. А что толку? Я не могу к боссу подъехать, у меня нету жизни. Так, опять стоим. Стоим, прокачиваемся. Вернее, стоим, ждем ремкомплект. Так, заодно поближе уже к боссу буду подъезжать. Так, подлечился. Ну что, поехали к боссу. Вот он, ребята, босяра. Да. Никаких вариантов. Ну что, ребята, вот такой вот видосик. В следующей серии обязательно уже прокачаемся. Получше прокачаемся. С вами был Никита, до скорого. Пока-пока.